Привет, меня зовут Лера, и я хотел бы рассказать немного о программе американского английского в Лингвистическом университете в Нижнем Новгороде. Для меня, во-первых, это дружная команда. В ее создании, безусловно, принимают участие преподаватели. Мы организуем различные мероприятия и узнаем ближе американскую культуру. Например, мы проводили День Благодарения, Рождество. Также наш преподаватель организовывал различные встречи с американцами. Это было безумно интересно. Также хочется рассказать о самом процессе обучения. Я нахожу данный метод преподавания очень интересным. И это потрясающая техника запоминания и изучения иностранного языка. То есть вы не просто переводите тексты и занимаетесь аудированием и чтением, но также вы можете просматривать свои любимые фильмы, выполнять задания по ним, читать различные книги для удовольствия. И мне хочется порекомендовать данную программу обучения именно для тех людей, которые действительно готовы сильно работать, потому что в том темпе, в котором мы учимся, те объемы заданий, которые мы получаем, действительно подходят только для выносливых и целеустремленных людей. Спасибо, удачи!